На территории школы номер 2 городского округа Люберцы обновили асфальтное покрытие. Масштабное благоустройство двора учебного заведения началось в конце августа. Ремонтные работы пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Поскольку территория школы и сама школа уже больше 50 лет существует, то, конечно же, здесь многое требовало замены. На этой площадке асфальт менялся 15 лет назад. Дорожки вокруг школы больше 20 лет назад был положен асфальт. То есть, да, он был, но он уже был не того качества, которого хотелось бы видеть. Новым асфальтом покрыли участок площадью 2500 квадратных метров. Это практически вся территория вокруг школы. На данный момент рабочие меняют бордюры и обустраивают газоны. Полностью завершить благоустройство планируют к 19 сентября.